12 июля в Казанском федеральном университете проходят внутренние вступительные испытания для абитуриентов, которые продлятся до 26 июля. 17 июля состоялся один из творческих испытаний для абитуриентов, которые поступают в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ, направление телевидения. Направление подготовки требует специфических знаний и умений, которые выходят за рамки общеобразовательных предметов и которые могут быть подтверждены не только результатами ЕГЭ. На самом деле, насчет результата очень трудно говорить пока что, но впечатление у меня полно приятных. Вопросы были довольно интересные. Думаю, что поступлю. Я надеюсь на это. Я очень давно хотела поступить в КФУ. Вообще, я подавал документы сюда, в Казанский федеральный университет, на два факультета. Это телевидение и международная журналистика. На международную журналистику я подал копии. И вчера была письменная часть. Все прошло достаточно легко, интересно. Результатов пока не знаю, но думаю, что все хорошо. Стоит отметить, что сейчас в Казанский федеральный университет уже подано почти 49 тысяч заявлений от абитуриентов, из них более 200 на направление телевидения, телевидение иностранный язык, китайский и английский, а также телевидение, видеопроизводство для новых медиаплатформ. Казанский федеральный университет один из лучших не только в России, но и во всем мире. И, собственно, факультет телевидения также одна из гордостей этого университета. Поэтому я считаю, что здесь меня научат всему тому, чему бы я хотел научиться. Меня эта профессия очень давно привлекает, и поэтому я выбрала КФУ, во-первых, потому что здесь говорят больше практики. Поэтому мой выбор пал на этот институт. Абитуриентам, поступающим на направление подготовки телевидения, предстоял пройти творческий конкурс. Он состоял из двух частей – написание сочинений и прохождение собеседования с наличием личного портфолио, содержащего опубликованные абитуриентам творческие работы. Диана Шилова, Леонард Улетьяров, Универньюз.